Книга «Цирковая стена смерти в СССР» и фотовыставка, которая открылась в выставочном павильоне «Ретро-мототехника «Гараж СССР» Ленинского мемориала», посвящены мотогонкам по вертикали. Этот советский аттракцион считался одним из самых захватывающих и опасных цирковых номеров. Удивляют кадры, сделанные более полувека назад. Интересно, что некоторые уникальные фотографии были сделаны в Ульяновске в 1958 году во время гастролей группы артистов. Их автор Леонид Лазарев, один из авторов книги. На фото его родители и брат. Айказонин, Левитин, Левчин, который без рук ездит по вертикали, это люди, перед которыми можно преклоняться. Я видел зрителей, выходящих после представления, со слезами, они готовы были обнять, поцеловать. Встать на колени. По словам соавтора Ирины Зубовой, в работе над книгой были использованы документальные свидетельства, сохраненные в семейных архивах и представленные родственниками легендарных гонщиков. Их судьба была неразрывно связана с историей всей нашей страны. Именно письма, они открыли контекст работы данного аттракциона, который, как правило, оставался скрытым для большей части людей, потому что все видели успех, восторг. А что за этим стояло, вот как раз письма и открывают вот эту сложную историю. Авторы передали несколько экземпляров книги в дар Ленинскому мемориалу и Ульяновским библиотекам. Фотовыставка будет работать до 31 декабря. Ирина Антонова, новости Ул Правда ТВ.